Доброй ночи, дорогие друзья. С вами Давид Плискин из Иерусалима. 2 часа ночи ровно у нас. И, как вы знаете, днем в основном все находятся дома. И находимся с детьми. И не всегда есть время выйти в эфир. Вчера я должен был выйти в эфир. Не получилось. И поэтому сейчас я делаю вместо этого дополняющий эфир. Это то, что у меня получается в это время. И, о, вот я вижу, уже первый человек зашел. Очень приятно. Очень классно, что даже в 2 часа ночи есть люди, которые заходят и смотрят канал ВЭкра. Спасибо создателям ВЭкра. Спасибо Исхаку Метусевичу, спасибо Якову Шатагину, что дали мне возможность давать ценную информацию на этом портале. И сегодня мы поговорим о важной вещи. Напишите, пожалуйста, тот, кто находится, как видно, как слышно только. От 1 до 10, 10-10 или 1-1, или просто видно и слышно. И мы сегодня поговорим о важной для многих вещи относительно того времени, в котором мы сейчас живем, что происходит. Это как защититься от коронавируса, сгулот. Сгулот — это те вещи, которые помогают. Это могут быть нелогичные вещи, это нелогичные вещи в основном, но которые, как мы знаем от наших мудрецов, которые защищают и помогают. И мы поговорим о том, какие сгулот есть против коронавируса и против любой беды. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. Пока я не вижу ничего. Так, сейчас посмотрим. Может быть, я что-то не включил. Как видно, как слышно. Окей, надеюсь, что меня хорошо видно, хорошо слышно. И мы начнем с первой сгулы. Это то, что сказал Раби Нахман. Раби Нахман пишет в Ликутей Муаран Тиньяна, что все болезни, что приходят на человека, все они приходят только из недостатка радости. Первая сгула, которую нам дают наши мудрецы против коронавируса, это радость. Радоваться всегда очень полезно, очень хорошо. Это на самом деле защищает нас от не здоровья, от болезней. И Рамбам, насколько я помню, говорит, что большинство болезней можно вылечить посредством радости. Представляете? Большинство болезней. Это то, что говорит нам великий Рамбам, ученый, медик великий, который жил, если я не ошибаюсь, в 13 веке новой эры. И мы можем на него положиться. И на самом деле это не новость, что человек, который по-настоящему радуется, его иммунная система работает намного лучше в состоянии радости, чем в состоянии печали. Поэтому всем вам желаю радоваться. Даже Раби Нахман говорит, что можно делать какие-то штуйот, какие-то такие действия глупые, ну, понятно, что не запрещенные Торой, для того, чтобы радоваться. Итак, мы переходим ко второй сгуле. Вторая сгула, известная сгула, это изучение Торы. Написано «Тора магнум мацла». Тора, она нас защищает и спасает от любой беды. И написано «Заболела голова, займись Торой». Поэтому изучение Торы, особенно в том состоянии, ну не состоянии, в том положении, в котором мы находимся, это очень хорошая вещь.
Следующая вещь – это цдака. Написано «цдака тациль мимавит». Цдака защищает от смерти. И это сейчас приобретает новую актуальность именно в это время, когда лоолейну, не о нас будет сказано, люди даже умирают от коронавируса. Поэтому цдака, пожертвования, очень хорошо делать цдаку, давать цдаку перед молитвой, например, перед шахаритом. Ваеврех Давид есть такая молитва, которую мы читаем в Псуке Эд-Зимра. Вот там есть обычай давать цдаку в этой молитве. Или просто перед каждой молитвой очень хорошо давать цдаку. Нас 13 человек, это очень приятно. Спасибо всем, кто пришел в это время и смотрит меня. Я буду рад любым комментариям. Вот я вижу, кто присоединился. Почему-то я не вижу комментарии. Окей. Я думаю, что потом, наверное, я увижу. Итак, значит, следующая сгула после цдаки, четвертая в нашем списке, это искренняя молитва. Мы все знаем, написано в молитве Рошашана, Тора, молитва и раскаяние отменяет плохое постановление. То есть, если, не дай бог, на человеке лежит какое-то плохое постановление, плохая судьба, то, что с ним должно что-то произойти нехорошее, Тора, молитва и раскаяние в нехороших делах, в грехах, они отменяют это плохое постановление. И поэтому искренняя молитва с каваной, молитва своими словами, Раби Нахман советует и Будедут, это то, что очень-очень помогает от любой беды, от коронавируса. И вообще это помогает всегда в любой момент достичь хороших вещей, не только защититься, но и получить те вещи, которые мы хотим. О, вот сейчас я вижу комментарии. Сара Хазан, доброй ночи. Как сдавать сдаку на улицу не выйти? Спрашивает Илиша Худяков. Ну, мы знаем, что есть у нас возможность перевести деньги со счета на счет в онлайн. Во всяком случае, в Израиле есть такая возможность. Если нет, то можно попросить кого-то, у кого есть эта возможность, перевести какую-то сумму на счет организации. Есть множество фондов, которые работают онлайн. Если вы лишь имеете в виду, как дать сдаку перед молитвой, так у нас, например, в Израиле есть купон сдака, у меня тут рядом. Я не буду сейчас показывать, чтобы не вставать, не тратить время ваше. Но есть купот здака. Купот здака это означает как бы цдочница, то есть такая коробочка, куда кладется здака. Ну и в крайнем случае, если у кого-то нету купот здака, можно взять вот такой простой одноразовый стакан или многоразовый, туда положить деньги и потом это все отдать на любую цдаку. Можно просто сказать, что я вот это деньги на цдаку, а потом я решу, куда это отдавать. Или изначально сказать, я вот эти деньги, которые сейчас кладу сюда, я отдам, например, там, на синагогу, в цдаку синагоги. Окей? Так, в копилку пишет Сара Хазан. Отлично. Напишите, пожалуйста, как слышно, как видно, чтобы я знал, что все хорошо. И я продолжаю. Следующая, пятая сгула в моем списке, это раскаяние, о котором мы говорили. Тора, молитва и раскаяние отменяют плохое постановление. В Талмуде рассказывается про великого праведника по имени Раби Ханина бен Доса. И говорится про него, что во время Амиды, во время молитвы, когда нужно стоять и не двигаться, его укусил змей. И как вы думаете, кто умер от этого укуса? От этого укуса умер змей. И тогда сказал Раби Ханина бен Доса: смотрите, дети мои, я так понимаю, это он сказал своим ученикам, не змей убивает, а грех.
Раскаяние убирает грех. Это уже я говорю от себя. Раскаяние убирает грех. Или даже переворачивает его в заслугу. При условии, что человек не говорит себе «согрешу и раскаюсь». Да, то есть понятно, что человек, который говорит «вот сейчас согрешу, потом раскаюсь, потом опять согрешу, опять раскаюсь». Это не работает. Такому человеку обычно Всевышний не дает раскаяться. И следующая вещь, которая очень помогает после раскаяния в моем списке, это милосердие и добрые дела. Есть такая фраза в Таилим у царя Давида: «Ах, тофа хэс тирдефуни, коли мехаяй». Только добро и милосердие будут преследовать меня все дни жизни моей. И на это есть у нас комментарий, очень интересный. Говорит Хафец Хаим, я думаю, что все слышали это имя, великий праведник, который жил около меньше, чем 100 лет назад. И Хафец Хаим говорит, что у каждого человека каждый год ему Всевышний постановляет количество страданий, которые этот человек получит. И эти страдания можно получить двумя способами. Первый способ – это материальный мир. Например, сломалась машина, заболел зуб, не дай бог, какой-то ремонт вдруг нужно делать, потому что что-то поломалось, да, то есть то, что человеку доставляет неудобство или боль. А можно эти страдания получать другим способом. Если человеку попадается какое-то хорошее дело, и он не хочет это делать, ну, например, там, предлагает ему бабушка: «Приведи меня, пожалуйста, внучок, через дорогу». И он так не хочет, он сейчас торопится домой, но он все-таки взял, перевел бабушку, потратил на это 5 минут. Это страдание, условно говоря, да, которое он получил во время перевода бабушки через улицу, это страдание у него убирается из его общего банка страданий, счета страданий, который ему полагается, да. И точно так же, если человек изучает Тору, и ему тяжело и не хочется, но он изучает, вот это страдание, да, которое он как бы ощущает во время изучения Торы, это ему уменьшает его страдания, которые должен получить во время этого года, да. И поэтому это очень важно, это очень важно. Делать добрые дела, не скупиться на добрые дела, тем более сейчас, в наше время. Седьмое место, битахон, которое я поставил вместе с восьмым, благодарность. Обычно это идет вместе. Царь Давид сказал: «Я восхвалю тебя, Всевышний, потому что ты дашь мне спасение». Да, это мой примерный перевод. То, что мы читаем в Галиле, перевод фразы неполный, да, я взял туда главные вещи. Значит, что мы из этого учим? На иврите есть целая книжка, и даже не одна, со множеством историй о том, как различные люди решили различные проблемы: здоровье, шидух, отношения с женой, заработок. И эти проблемы решились у людей только благодаря постоянной благодарности. То есть человек благодарит Творца день, два, три, месяц, каждый день, и проблема решается. И рецепт упражнения «Благодарность». Рецепт такой: если у человека есть, например, 10 минут, 9 минут благодарить и минуту просить. То есть 90% времени мы благодарим: «Спасибо, Творец, что у меня есть глаза, руки, уши, что я могу видеть, слышать, да, что у меня есть дети». Благодарить за хорошие вещи. И после этого благодарить даже за те вещи, которые не кажутся хорошими. То есть спасибо, что я сейчас должен сидеть дома. Спасибо, что у меня сейчас нет работы. Тот, у которого нет жены, спасибо, у меня
сейчас, что у меня сейчас нет жены, даже до того, вплоть до того, чтобы почувствовать вот за это благодарность, понять, почувствовать, что это хорошо для меня в этот момент, вот эти вещи, которые мне не кажутся хорошими. Если Всевышний их дал, значит для меня сейчас это хорошо. Понятно, что я стараюсь всеми силами от этих негативных вещей избавиться, но то, что у меня сейчас это есть, это какое-то мое исправление, и это хорошо для меня сейчас. Хотя бы тем, что это дает мне силы начать работать над собой, раскаяться и выйти из проблемы. И следующим по списку у меня номером 10 это поменьше злословить. Злословие, оно является, как говорят наши мудрецы, причиной изоляции. Да, то есть я в прошлом уроке говорил, что Рав Каневский упоминает это, что тот человек, который засловит, его нужно выгнать было из стана. Да? Это то, что было в прошлых времена, в поколении пустыни. Да? Мы читаем об этом в Торе, что тот человек, у которого возникла проказа, его нужно было поместить в изоляцию, чтобы он был отдельно от стана, да, от еврейского стана. И выгнать это слово на самом деле не очень красивое, поместить в изоляцию, да. Он находится отдельно от стана какое-то время. И мы знаем, что проказа – это наказание за злословие, поэтому всем рекомендуется изучать законы лашон ара, законы злословия и как можно меньше злословить, следить за своим языком. Следующая вещь, которая у меня написана в списке, это питум акторет, чтение отрывка воскурения благовоний в святой книге Зоар, это Каббала, приводится, что это снимает деним, то есть претензии суда небес, и спасает от эпидемии. Следующий номер у меня, 11-й, чтение отрывка Акида. Это то, что защищает от смерти и дарует нам милость небес. Акида, как мы знаем, это отрывок о жертвоприношении, жертвоприношении Ицхака, которое, как мы знаем, не совершилось. Но вся эта история, тот, кто читает эту историю, истории, или это есть в каждом сидуре перед молитвой основной, перед Псуки де Зимра, это вызывает милосердие небес. Следующим номером у меня номер 12, 100 благословений. Мы знаем, что когда возникла эпидемия во времена царя Давида, то Давид постановил каждый день говорить 100 благословений. Я не говорю вам считать, сколько благословений вы говорите, но всегда хорошо сказать побольше благословений, хотя бы на одно больше, чем вы обычно говорите. Естественно, чтобы это не было брахали ватала, напрасное благословение. Можно взять, например, какой-то цветок, который хорошо пахнет, и благословить Боремин и Бесамим, или, например, на корицу, да, если кто-то вообще не хочет выходить из дома, не выходит из дома. Корицу, если у кого есть. Есть вещи, на которые можно благословлять достаточно много раз. Ну, самое простое это благовоние, да. Спросите у вашего рава, можно ли благословить вот на эту конкретную вещь, на это благовоние, которое у вас есть, потому что искусственные благовония, на них нет благословения. И благословлять их хотя бы на благовоние, это то, что дает нам милость небес. Тем более, если мы благословляем каваной. Ну, если вы совсем хотите сделать великолепно, то постарайтесь, чтобы у вас было 100 благословений в день. И больше, естественно. И следующим номером в моем списке, номер 13, это милосердное отношение к детям и ближним. Мы знаем, что одно из самых главных
поведении Творца в этом мире. Это правило мера за меру. Так Всевышний ведет себя с нами, мера за меру. И поэтому естественно, что мы дети Творца, и так же, как мы ведем себя по отношению к детям, так же Всевышний может себя вести по отношению к нам. И ближние, естественно, тоже Всевышний наш ближний, мы ближние Всевышнему. И поэтому очень важно, особенно в это время, вести себя максимально милосердно по отношению к жене, к родственникам, к тем, с кем мы общаемся, даже по телефону. И, естественно, мера за меру, если мы милосердно относимся к нашим близким, то Всевышний тоже будет к нам относиться милосердно по принципу мера за меру. Следующим номером у меня стоит, кстати говоря, все, 13. 13 это то, что я написал, как 13 принципов, которые есть у Рамбама. У меня получилось 13 сгулот, те, которые я вспомнил. Как дополнение, я хочу привести вам слова Шлома Амелеха, царя Шломо, который сказал в книге Мишлей очень сильную фразу для нашего времени, особенности, она приобретает дополнительную актуальность. Сказал царь Соломон, самый мудрый человек из всех людей, человеческий дух уберет болезнь. Комментирует Рав Моше Давид Вали, ученик Рамхара, великий врач. Человеческий дух легко излечит болезнь тела, потому что тело вторично, а дух первичен. Насколько легко, как мы знаем от наших мудрецов, в соответствии с верой человека. И что такое дух? Дух – это последствия нашего мировоззрения. Дух произрастает из наших верований, из наших убеждений. Да? Под убеждениями и верованиями я имею в виду не ученые знания, которые не влияют на нашу жизнь, как, например, что в Париже есть Эйфелева башня, или человек просто говорит, ну, я верю, что завтра придет Машех, да, если он просто говорит и не верит в этом, и не строит свое поведение на это, то это не называется вера, да. А речь идет о глубокой вере, подсознательной вере, то, которая влияет на всю нашу повседневную жизнь, да. И невероятный пример влияния убеждений приводит философ Майкл Тайборд и ученый, насколько я не ошибаюсь, в книге «Голографическая вселенная» он приводит очень интересный факт, реальный факт. Он изучал болезнь, которая называется раздвоение личности. Ну, мы все знаем, что такое раздвоение личности. Есть Вася, в котором живут две личности. Вася и, например, Петя. И когда Вася не может перенести какое-то событие, из-за какой-то травмы, да, у него произошла какая-то травма, и вот какие-то вещи, которые напоминают ему травму, на травме он не может это перенести, да, в силу своей личности. И тогда что происходит? А он прыгает в другую личность, в личность Пети, и забывает, что он Вася. То есть вся память о том, что он Вася, пропадает, человек верит, что он сейчас Петя. Причем у человека создаются даже какие-то истории, скажем так, какие-то описания вот этой новой личности, в которую он попадает, в которую он прыгает. То есть, например, Вася может быть с диабетом, а Петя может быть без диабета. Или, например, у Васи может быть больная рука, там болит, боли в плече,
А у Пети здоровая рука, да? И что очень интересно, что тот человек, который болен раздвоением личности, и, предположим, у него есть диабет, и когда он прыгает в результате определенного ситуации, он переходит в личность Пети, это все происходит, понятно, в том же самом теле, то каким-то образом сахар лишний поглощается, и человек перестает быть диабетиком. То есть, когда Вася становится Петей, у него нет диабета. Когда он возвращается обратно, диабет возвращается. Левша превращается в правшу. Раковые метастазы исчезают, как хлопья снега на горящей сковороде. Это то, что пишет Майкл Тайборд. И что самое интересное, когда человек такой с раздвоением личности возвращается обратно, то раковые опухоли у него тоже возвращаются. Не о нас будет сказано. Его дух легко справляется даже с этой болезнью. Представляете? Когда он очень сильный пример, человек с сильной аллергией, да, которому запрещено есть, например, орехи, да, то есть если он съест орехи, то он может даже умереть. Когда он переключается в другую личность, то он может спокойно есть орехи в любом количестве. И самый потрясающий пример – люди с раздвоением личности, которые делали серьезную операцию во сне под общим наркозом. Да? Представьте, человеку режут скальпелем живот, и он ничего не чувствует, он спит. Если такие люди по определенной причине, например, определенный шум в определенной комнате, или какая-то фраза, сказанная врачами во время операции, переходили в другую личность, то человек внезапно просыпался, представляете? То есть человек спит под общим наркозом, и вдруг, когда происходит какая-то вот вещь, которая его переключает в другую личность, он просыпается. Вся его система собирает весь наркоз, все снотворное в одно место, и в крови снотворное просто перестает находиться. Что это такое, да? Когда его возвращают в прошлую личность, он мгновенно приземляется, засыпает, да? То есть дух легко излечит телесную болезнь. Это то, что мы видим. Те люди, у которых есть раздвоение личности, они на себе это очень хорошо чувствуют. Мы видим это на них. И если мы сможем достичь такой же веры, как и у них, то мы тоже сможем просто делать парадоксальные вещи, те, о которых мы даже не мечтали. Как взрастить себе эту веру, да? Как взрастить подсознательное убеждение? Я не говорю о том, что сразу мы можем достичь такой веры, как у людей с раздвоением личности, но хотя бы небольшая вера, которая у нас может появиться, может дать нам и здоровье, и таланты дополнительные, и лучшее использование нашего тела и лучшее использование наших ресурсов и многое-многое другое. В принципе, любую цель можно намного лучше достигать, если у нас в подсознании, в нашем сердце находятся правильные убеждения. Правильно? Находятся убеждения, которые нам помогают. Так, я смотрю комментарии. Вот сейчас у меня появились. Шалом, я живу на Украине, ухаживаю за образованным сыном, очень хочу обрести то, но финансово не могу, потому что она стоит почти как моя пенсия. Я бы была бы очень признательна тем людям, которые смогли бы мне это помочь. С Божьей помощью. На самом деле, я знаю, есть фонды, которые в этом очень помогают, есть даже, которые бесплатно дают. Уточните. Вот, пожалуйста, есть вам уже ответ. Так, окей. Как это я не понял, про что этот вопрос? Значит, мы продолжаем.
И как мы можем приобрести подсознательное убеждение? На это, говорят наши мудрецы, приводят слова царя Давида: «Я поверил и буду говорить об этом». «Эманти ведабера», да, это мой личный перевод, вольный. «Я поверил и буду говорить об этом». Что говорят наши мудрецы? Хочешь верить, говори об этом. Если ты хочешь во что-то верить, говори об этом. Говори, что ты уже веришь в это. Да? И в связи с этим вы спросите меня, ну что я могу сейчас говорить? Как мне лучше построить фразу для борьбы с коронавирусом, для защиты от коронавируса? Я советую вам взять на вооружение такую фразу. Творец Вселенной, я полностью полагаюсь на тебя, что ты постоянно даешь мне великолепное здоровье по всем планам. Спасибо тебе большое за это, Творец. Да, очень важно говорить благодарность. И вот то, что я говорил, благодарность, она притягивает к нам то, что мы хотим с Божьей помощью. Это великолепное средство, которое в конце, после битахона, после упования, после того, как мы говорим, очень усиливает влияние нашего битахона. Да? Если вы хотите составить свои фразы, есть на самом деле достаточно много нюансов, как лучше составить фразы, да? Есть у нас внутренний критик, который нам не допускает какие-то определенные наши фразы до подсознания. То есть, если человек, например, весит 120 килограмм, а говорит, что я вешу 60, то этот внутренний критик говорит: ты что, ты 60, тебе еще 100 миллион лет до того, чтобы ты весил 60. Это нереально, да, это не заходит в подсознание. Поэтому есть фраза, например, что мне нравится мысль, что я вешу 60 килограммов, и это тогда влияет. Это тогда заходит на подсознание. Да, есть разные нюансы, как лучше сделать, чтобы заходила фраза на подсознание. И если вам это интересно, пишите мне вопросы в личку. И кроме этого, кстати говоря, еще есть одна сгула, которую очень хорошо говорить, читать, думать об этом. Называется Энод Милвадо. Получается у нас 13 плюс 1. 13 это еще есть 13 качеств милосердия Творца. Плюс одна сгула бонусная я вам даю. Вы ее сможете найти на моей страничке Давид Плискин на русском языке. Давид Плискин. Подписывайтесь на мою страничку. Сгула. Я вам дам перевод. Я там дал перевод от Рав Хаима Миволожина из книги Нефеша Хаим, что тот человек, который понимает, что Эйн Од Милвадон, нет никого, кроме Творца. Все, что я вижу, это проявление Творца. И все зависит только от Творца. То тот человек, который это понимает, чем больше мы это понимаем, тем меньше нам могут любые плохие вещи причинить какого-то вреда. И, естественно, наверное, практически все вещи, которых я сказал, все 13 плюс 1 сгулот, они дают нам иммунитет, да, вот как Сара Хазан сказал это про благодарность. Это говорит нам наука, в принципе, что это дает нам, повышает наш иммунитет, это дает нам радость. Кстати говоря, под конец, знаете, какой рецепт для радости? Понять две простые вещи. Первое, что есть Творец, который влияет на все и постоянно с нами, и постоянно заботится об этом мире, каждую миллисекунду, и постоянно творит его из ничего. Понять и почувствовать это. И второе, то, что Творец мой Отец.
Он меня любит, и Он дает все самое лучшее. Чем больше я и вы это понимаете, осознаете на самых глубинных уровнях вашего существа, тем больше вы будете радостны с Божьей помощью. Я желаю вам быть здоровыми. Те, кто болен, всем рфуа шлема, всем больным народа Израиля полного исцеления. Всем здоровым быть еще более здоровей и не болеть. Берите себя, исполняйте то, что говорит Минздрав, и делайте сгулот, полагайтесь на Творца и будьте счастливы.